А тут веревка есть, ты привязывай веревку, сейчас подам. Все, поднимем веревку. Все окошки открыты опять. Все, да? Конечно. Еще маленькая выдерга была, да? Да, поменьше есть. Ты мне подожди, Лёха. Да-да-да, сейчас. Это вообще какой прям... Вот она, золотая сталь. Прям золото сверкает. Сейчас я быстро, 3 ага. Секунды. Снимай и бросай вниз, пока сюда вот пропил. А, не, у меня тут надо выключить. Ладно. Ты состояние, Серёж, состояние кровли затяни. Вот кровля. Конечно же, уже все бежит. Все сырое. А, я сейчас поддираю. Что ты хочешь померить? Длину сколько там надо? Все полностью? Ага. Так, ага. Давай, ага. Ну все, я тут снял вроде бы все. Все, сдираю. Труповерх надо тебе или нет? Пока нет, идем. Ну, снимай, короче, все. Да, ну все на один. Обойдя. Yeah.
молотком дойду. Тут топор, наверное, мне не пригодится. Я молотком просто подбивать буду. Подсушили, потом, значит, возьмешь мастику и по самому краю здесь намажешь ее, ага. По краешку, потом будем замерять. Я думаю, что главное будет сделать доску, вот сверху и снизу, вот эти вот приделаем. Ага. Если ты можешь вот эту доску подровнять, отпилить чуть-чуть, то отпили. Не смогу, дядя, я боюсь, она там все такое гнило, эти доски тоненькие, они рухнут. А выдержки я так, наверное, обострадил? Да. Только бросай, чтобы я их видел, то сразу же. А? Бросай, чтобы я их видел, чтобы я украл. Что-то она... Да, нормально кидает.
Жду, когда она то звякает, а она не звякает. Давай, Серега, поднимайся.
у нас погреивалось, и потом мастик еще давай раскатаем, а потом я туда перелезу, а потом и с той стороны, да, приподнимать. Чуть-чуть добавь еще. О, она, видишь, брызгается. Надписи исчезают, кожу клеит. Ага. Так, так, мне сказал, что лестница не уже взял. Болото. Не хотелось бы. Прогреть надо? Хорошо. Я просто сейчас хотел бы его греть сверху, его можно было еще сверху погреть. Насыпка сползет, тоже плохо. Ну да. Тут, в принципе, кровля не плоская, а скатная, поэтому нам важно, чтобы туда вода не попадала, а мы ее промажем сейчас вверху. Ага. Мастикой. Осталась чуть-чуть самая вершинка. Время уже 5 часов вечера. Ну а что, хорошо получилось? И погорели сегодня, и лося видели. И мастикой промазываем. А время уже 6 часов вечера. Но все, крыша готова. Ну сейчас краешки еще подошьем. И все будет супер. Здесь мы какой нахлёст сделали здоровенный.
Надо еще, Серёж, пока нет, давай мы с тобой с этим, с покрытием разберемся, потом уже дальше. Потом я за полосами сбегаю, посмотрим. Сейчас? Да. Почему? Ну, да. А ну, расчет время час было, да? Да. Так и начали собираться, тоже надо было собраться. Да. У меня же тоже в таком же состоянии все было. Да. Если ты в 10 уже ко мне подъехал. Да. Вот мы с тобой с 10 до 12 собирались. Да.